Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Epica 2011 года выпуска, 2.0 на автомате. На этом автомобиле мы сегодня заменим топливный фильтр. Для этого мы поднимаем автомобиль и возле заднего правого колеса меняем фильтр. Фильтр будем устанавливать оригинальный, GM. Вот где у нас находится фильтр. Возле бака на лонжерон крепится. Ставим снизу тазик, открываем пробку бензобака, немножко приоткрываем, и откручиваем вот этот болтик на 8. Сзади с крючка снимаем пластиковую закрывашку. Ну, снимем массу, чтобы она нам не мешала. Не хочет она сниматься. Таким образом. И снимаем вот эти фиксаторы. Теперь берем, снимаем вот эти, разжимаем усики с обоих сторон и поднимаем фиксатор вверх. Ну, перед этим можно силиконом брызнуть. Новый фильтр мы будем использовать GM. Номер его 963-35-719. Защелкиваем фиксатор. Один и второй. Все. Устанавливаем на место пластиковую крышку. И наживляем болтик. Устанавливаем на место массу
Все. Топливный фильтр у нас заменен. Всего вам доброго.